Теплосбытовая компания «Паутеплюс» продолжает менять магистральные трубопроводы в Иванове. Прошлым летом масштабные работы велись на площади Победы. В этом году настал черед Шереметьевского проспекта. На перекрестке с улицей Арсения стартовал первый этап реконструкции теплосетей. На все про все у рабочих есть один месяц. Планируют уложиться в 2-3 недели. В связи с ремонтными работами с 6 часов утра 31 мая до 6 утра 1 июня у жителей близлежащих домов отключат горячее водоснабжение. Кроме того, неудобства испытывают и автомобилисты. Шереметьевский проспект пришлось сузить до 3 полос. Машины, двигающиеся по Арсения со стороны Крутицкой и поэта Ноздрина, могут поворачивать только направо. Работы здесь проводятся непосредственно с выходом на Шереметьевский проспект. В связи с этим на определенное время будет ограничено движение автотранспорта на половине проспекта. Это первый этап реконструкции. На втором этапе специалисты Т-плюс перейдут на другую сторону и продолжат работы на улице Арсения уже за Шереметьевским проспектом. И также здесь будет частично ограничено движение. Приносим автомобилистам извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание. Стоимость работ на данном объекте составляет порядка 20 миллионов рублей, а протяженность коммуникаций, которые заменит Т-плюс, в районе 400 метров.